Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Оксана Хороший, и я снимаю совместный проект с большим количеством мам-блогеров. Это такой проект у нас на весь интернет, и это видео посвящено Дню Матери. Ссылки на другие видео девчонок, посвященные также этому замечательному дню, вы увидите в инфобоксе внизу под видео. Обязательно проходите и смотрите эти теплые душевные видео. Конечно же, в начале этого видео я хотела бы поздравить всех мам, бабушек, будущих мам и всех мам-блогеров, моих коллег с этим замечательным светлым праздником, пожелать всем мамам здоровья, счастья, любви, благополучия, чтобы они всегда были здоровы, это самое главное, чтобы они были всегда счастливы, чтобы их дети всегда радовали их и чтобы мамы почаще улыбались. Это так важно. И все участники нашего проекта являются мамами, блогеры-мамы. Или мы как ласково называем друг друга мамочки-блогеры. И только, конечно, с тем ощущением, когда ты становишься мамой, ты начинаешь больше, еще больше ценить свою маму, еще больше ее понимать, любить, потому что это так тяжело и так прекрасно быть мамой. И как же тяжело порой выразить слова любви, признательности самому дорогому и самому близкому человеку на земле – это своей маме. Потому что, наверное, нет в мире слов, которые можно описать то, чем является для каждого из нас мама. Мама – это целый мир, мама – это человек, который дал нам жизнь, это человек, который вам все простит и любит вас безмерно. И порой самым близким и родным людям мы реже говорим какие-то приятные, добрые слова, чтобы их взбодрить, поддержать, и еще реже признаемся им в любви. Я хотела бы сказать, что я очень горжусь своей мамой, очень ее люблю, и, по-моему, это самое непростое видео за всю историю моего канала. Не могу никак собраться с мыслями и с духом. Очень горжусь своей мамой, очень ее люблю и всегда ей благодарна за то, что она сделала для меня, потому что всего, что я в жизни добивалась, это только благодаря ее стараниям и всю ту любовь, заботу и все, что она в меня вложила. Чё прошел? Это она вложила любовь, все силы, все, что могла в меня, и благодаря этому мы, в принципе, все существуем, благодаря нашим мамам и ту любовь, которой они нас окружают, мы несем потом своим детям, и чем больше любви вложили они нас, тем мы также хотим вложить своих детей. Мне всегда хотелось быть похожей на свою маму, и для меня это недостижимая высота, к которой я все время стремлюсь, потому что мама моя сделала себя сама, и в жизни всегда всем помогает, и все приходят к ней за советом, потому что у мамы настоящий не голова, а дом советов, потому что к ней приходят советоваться все племянники и старшие ее сестры, несмотря на то, что у них там существенная разница в возрасте, все за советом, будь то покупка квартиры или покупка ковра, все идут к маме, поэтому мне повезло в этом плане, дом советов со мной рядом, и в самых сложных жизненных ситуациях мама всегда поможет, мама всегда поддержит и даст очень умный и дельный совет. И также мне хотелось бы сказать немножко о бабушках, потому что это тоже наши мамы, которые также о нас заботятся. И бабушки — это вообще отдельная страна, и они тоже являются мамами наших мам, пап. Не забывайте о них, потому что у многих бабушек уже старенькие, и у меня бабушка очень старенькая уже, но все равно я стараюсь ей звонить, как-то общаться, потому что им очень важно общение, им важно ваше внимание, они потом целый день ходят под впечатлением, что вы им позвонили, так что не забывайте о своих бабушках. И в том году моя бабушка, Царство Небесное, просила очень привести моего сына, правнука,
показать. И слава богу, я как-то успела, мы съездили, показали все, и через определенное время ее не стало. Поэтому помните, что никто не вечен под луной, и бабушки в том числе, поэтому старайтесь как можно больше проводить времени своим близким. Мы всегда находим много отговорок, много каких-то своих дел, но на самом деле они потом становятся такими неважными, когда мы можем не успеть сделать тот важный звонок или визит в гости. И самое главное, не забывайте, что сегодня праздник у твоей мамы. И если ты рядом, то беги к ней, обними, поцелуй. А если ты живешь далеко, то набери номер и просто скажи: «Мама, я тебя люблю». А я с вами прощаюсь. И помните, переходите по ссылкам внизу на видео других девчонок, смотрите их видео, делитесь комментариями и поздравляйте своих мам. С вами была я, ваша Оксана Хорошая. Помните, что все будет хорошо. А больше всего я люблю эту фразу. Сынок, как ты меня назвал? Как ты меня зовешь? Мамуля. Мама.